Всем привет! От Торика личный привет! Я почему это видео сейчас такое записываю? Хочу вам сказать, много было переживающих последнее видео, где Торик там на заднем фоне маячил, вот в этой вот, как это назвать, я не знаю, думают, что это на морде. Короче, хотела рассказать, чтобы не переживали за Торика. Да, конечно, я в попыхах, в общем, его посадила, забыла снять эту штуку. Это у нас такой городской поводок, он обшит, знаете почему? Смотрите, у него вот такое качество, и если... Это не обшить, ему волосики выдергивает. Поэтому мы обшили вот такой вот, так скажем, тряпочкой, чтобы ему было комфортно. Вот, и одна девушка мне написала, что это как бы медицинский, ему надо дышать. Ну, как бы непонятно. Действительно, на видео непонятно, что это за ошейник, за поводок. Смотрите, я хочу сразу сказать, что собака, он абсолютно свободный. Он может открывать рот, он может дышать. Просто тогда ему, видно, было не жарко. Сейчас, смотрите, я ему даже дам... вкусняшку, да? Вкусня. Вот видите, он спокойно открывает рот, он может дышать, то есть его никак это не сковывает. Тор, у меня есть вкусняшка? Есть. У меня вкусняшка для тебя дома, мальчик. Да, вот видите. То есть все совершенно свободно. Вот видите, он даже из нее вылез стоять. Вот. Вообще это для коррекции. У меня он очень расслаблен. Вообще это надо туже затягивать. Тогда я смогу корректировать его вот за счет вот этого вот натяжения. То есть вот здесь крест, и когда мне надо, чтобы он шел рядом и хорошо себя вел, вон там идет собак. Пошли. Пошли, пошли, пошли. Я хожу с ним вот с таким. Денис ходит у нас с... Пойдем, пойдем, там две собачки. Да, там лабрадорик. Ходит с... Пошли. С этим, с рулеткой. Он дает ему волю. Все, у нас есть проблема. В принципе, собака, пес умный, но он, у него бывают отвлекающие маневры. И, конечно, он... Иногда бывает не слушается. Вот. Пойдем, пойдем, пойдем. Там идет еще. Вот сейчас, если его отпустим, будет бегать с собакой носиться, а потом его не поймаешь. Вот, Денис с ним, конечно, справляется. Собака 50 килограмм весом. Мне его тяжело. Я справляюсь, но мне так комфортно гулять. Видите, он у меня на расслабленном абсолютно идет. То есть я могу сейчас его дернуть, и он пойдет рядом. То есть он просто более послушный. Вот. Мы им занимались, кто-то скажет, что не занимались. Нет, занимались. И Лика им занималась очень много в свое время. И все он знает, все понимает. Но иногда, знаете, как очень любящие родители, мы балуем своих детей. И, конечно, мы его избалуем. Лика у нас ругается. Но так происходит. В общем, я хотела что сказать. Пожалуйста, когда увидите. Я когда первый раз нам кинолог надел вот это вот, как это уздечко или что, я прям чуть не рыдала. Как-то мне казалось, что... Ну, это прям ему это плохо. Потом, когда я поняла удобство всего этого, что я могу контролировать собаку, а не лететь за ним, да, это не воспитание. Я полностью согласна, так же, как там дальше написали, что это коррекция, но помощь для дрессировки, но никак не дрессирует. Согласна, да. Ну, вот так. То есть, ну, не переживайте, пожалуйста. Торик не обделен вообще жизнью. Это залюбленный пес. И, конечно же, когда мы перед тем, как поехали, я увидела, что я не сняла с него этот поводок. Я все сняла, ехал он в комфорте. Вот. Была моя ошибка. И, конечно, я прекрасно понимаю вот эти эмоции у людей, что как так вообще на собаку? Все прекрасно, все хорошо. В следующий раз я обязательно не буду так в попыхах делать. И сначала освобожу собаку от ошейника. Вот, но имейте в виду, то есть дышать он может, все он может, и вот отделение у него идет прекрасно. Вот такой вот вам Торик. 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 Ну, видите, вот он ходит, вот все. Надо, конечно, уже кастрировать, ему сложно. Он все нюхает, ему, ну, как мальчику, очень сложно. Но мы как-то все не можем решиться, и жалко, и в то же время для здоровья ему это будет полезнее. Тор. Тор, повернись, пожалуйста. Малыш. Торик. Давай мы скажем, покажешь, какой ты красивый. Тор, посмотри на меня. Ты съел, да, мальчик? Красавчик. Ты же красавчик. Тор, посмотри сюда. Ну, что ты отворачиваешься? Не любит он камеру. Ты мой красавчик. Да, мамин? Торик. Оп, оп. Сидит, ему надо бежать, гулять. Так что вот так, пожалуйста, не переживайте. С малышом, с нашим, все хорошо. Видите, он даже рта, в принципе, не это. Но, с другой стороны, иногда очень выручает, потому что люди разные на улице, и многие боятся собак, и я это не отрицаю. А когда они видят, что вроде как будто бы у него намордник, то они такие, ну, спокойнее относятся. Вот.
Поэтому вот так. Все, мои хорошие, все вам показала, рассказала. Мы побежали дальше гулять.